А что касается довода автора на последний его слово по поводу света, то это тоже хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Хадис достоверный. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что люди, «Ютауна нурахум аля кадри амали», что им будет дан свет по мере их деяний. Внимательно. Свет тебе будет дан по мере твоего деяния. «Аля кадри амали». Среди них будут такие, у которых будет свет, как гора перед ним. Целая гора света перед ним. Будет такие, у которых будет больше этого даже света. И будет такие, у которых будет свет, как пальма с правой стороны. Такой свет. Будет те, у которых меньше, чем это с правой стороны. Хотя якуну ахиру зарика ман юта нурау аля ибхами кадамихи юзиу марратан ва юдфию марра. И будут такие, кому будет дан свет размером с его большой палец на ноге, на стопе, который иногда будет зажигаться, иногда гаснет. Зажигается, гаснет. Зажигается, гаснет. Фаиза ада каддамаху, фаиза туфи акама. И когда он будет зажигаться, то он будет идти вперед, и свет будет продвигать его. А когда будет гаснуть, то он будет останавливаться на этом сират. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает полным для нас свет в судный день.